Приветствую вас, друзья! Как меня видно, слышно, дайте обратную связь. Поставьте плюсики в чате, смайлики. Ага, отлично. Друзья, все собрались на очень важный семинар. Планируем путешествие на золотую конференцию 2017 года вместе с компанией Oriflame. Я уверен, что кто очень хочет не только на конференцию попасть, а еще и промежуточно успеть квалифицироваться в Сочи, квалифицироваться на банкет директоров 2017 следующего года. Все собрались сегодня у нас в комнате. Итак, сегодня тема нашего семинара, очень важная тема для того, чтобы разобраться, понять, что же нам необходимо сделать. Это золотая юбилейная 50-я конференция компании Oriflame. В следующем году компания Oriflame у нас отмечает 50-летие на мировом рынке, и благодаря этому юбилею компания не перестает нас удивлять, радовать теми торжествами, теми конференциями, которые она организует в 2017 году. И самая ближайшая такая конференция, которую мы можем посетить, это золотая конференция 2017 года «Два лайнера». И что нас ожидает? Нас ожидает два лайнера, 4 города, 3 страны и 2 континента. Всего запланировано на данное путешествие 6 тысяч человек. То есть 6 тысяч человек могут квалифицироваться, выполнить все условия и поехать, полететь, поплыть и так далее. Итак, как вам такие лайнеры, такие грандиозные планы компании в будущем году на такую конференцию? Как вам ролик, который вы посмотрели перед семинаром о обзоре лайнера, который будет участвовать, то есть два одинаковых лайнера будут участвовать в следующем году на данной золотой конференции? 10-минутный ролик, просто непередаваемые ощущения, даже от просмотра видео. Я не знаю, какие ощущения, даже не представляю, что будет от присутствия на данном лайнере. От того размаха торжества, которое для нас проведет компания. Итак, двигаемся дальше. И кто думает, что шестизвездочный лайнер, что это мечта, его мечта? Кто мечтает путешествовать? Я уверен, что каждый из вас, находящихся здесь в комнате, каждый вообще из людей, находящихся в вашем окружении, мечтает о путешествиях. О легких, простых путешествиях. И, наверное, мало кто может даже мечтать о бесплатных путешествиях. Компания Oriflame исполняет наши мечты, и мы можем добиться всего этого и поплыть вместе с командой. Итак, каков маршрут же нашего путешествия? Вы стартуете со своего города. Единственное, вам необходимо только самостоятельно добраться до вашего филиала, до того города, филиал которого является вашего региона, компании Oriflame. То есть, допустим, мы живем в Саратове, город, филиал нашего региона – это Воронеж. То есть нам необходимо добраться только лишь до Воронежа самостоятельно. Остальное путешествие компания берет уже на свои плечи, под свою ответственность. Итак, вы добираетесь до города отправки, до филиала вашего. С филиала отправка уже самолетом идет в город Москву. Из Москвы на самолете вы отправляетесь в Рим, Италию. Из Италии, точнее, в Риме уже вас пересаживают на комфортные лайнеры. Кто завис? У всех завис? Нет. Продолжаем дальше. Пересаживаемся на лайнеры, и с Рима начинается наше путешествие. В остров Николос, Греция, в город Эфес, Турция. В Турции мы заканчиваем наше путешествие. Из Турции самолетом нас пересылают в Москву. Из Москвы нас пересылают самолетом в ваш город, филиал. И опять вы с вашего филиала добираетесь сами к вашему месту проживания. То есть вот 7 городов у нас будет в нашем путешествии.
Москва дважды будет повторяться у нас, поэтому все равно посчитайте. От филиала до Москвы раз перелет, с Москвы в Рим два перелета, и с Турции в Москву три перелета, и из Москвы уже в ваш филиал четыре. Четыре перелета, только четыре перелета, и еще целую неделю на лайнере. Вы все на себе ощутите, прочувствуете. Двигаемся дальше. Маршрут проложен, и теперь нам необходимо выяснить, кто может у нас квалифицироваться, кто имеет возможность полететь, поплыть на данную конференцию. Конечно же, может участвовать каждый. Может каждый квалифицироваться на золотую конференцию, неважно, на каком вы сейчас уровне. Главное – четкая цель и действие. Уже сейчас необходимо составить план действий, план роста по каталогам и действовать и двигаться согласно данного плана. И тогда путевка будет в вашем кармане. Даже если вы новичок, даже если вы придете завтра, послезавтра, в следующем каталоге, у вас также имеются возможности, имеется шанс поехать на золотую конференцию 2017 года. Для этого заявите о своем желании, напишите своему спонсору или мне, или Донсковой Лиле, что вы хотите попасть на золотую конференцию и вы готовы работать. Напишите об этом, мы составим с вами план ваших действий, распишем прям по каталогам ваши действия, ваш уровень по лестнице успеха Oriflame для того, чтобы квалифицироваться на данную конференцию. Кто из вас запланировал уже участие в золотой конференции 2017 года? Поднимите руки, поставьте смайлики, пятерочки. Кто хочет участвовать в таком грандиозном мероприятии? Период квалификации для выполнения всех условий. Начало каталог номер 5 2016 года, то есть текущий. Окончание каталог номер 17. 2017, каталог номер 4 2017 года. То есть у нас в запасе 17 каталогов. Квалификация уже началась. Сегодня у нас вторник. Квалификация уже третий день идет. То есть воскресенье, понедельник, вторник. Третий день мы уже участвуем в квалификации на золотую конференцию. То есть у вас уже должен быть план. Если нет, срочно составляем для того, чтобы выполнить квалификацию на данную конференцию. И что нам необходимо сделать для того, чтобы квалифицироваться? Здесь есть два варианта для квалификации. Первый вариант – закрываем звание золотого директора. Второй вариант – набираем 25 штук 22% групп. Не пугайтесь данного словосочетания, мы сейчас с вами все разберем. Что значит 25 штук 22% групп и что значит закрыть звание золотого директора. Возможно, кто-то это даже еще не знает. Особенно наши новички, которые сейчас пришли, завтра придут и придут в следующем каталоге. Важно им об этом рассказывать, доносить все возможности компании Oriflame. Итак, начнем с первого. Закрываем звание золотого директора. Вы видите лестницу успеха нашу в компании Oriflame. И начиная с уровня старший директор и выше, заканчивая президентской командой, нам необходимо помогать нашим партнерам, которые находятся у нас в команде, выходить на уровень 22%. То есть старший менеджер 22%, директор и так далее. То есть чем больше в команде у вас отдельных 22% групп, тем, соответственно, выше будет ваш уровень. Еще раз, если мы на пути к званию директор растим свою персональную группу и набираем 7500 бонусных баллов, то уже начиная дальше с уровня старший директор, мы должны помогать нашим партнерам выйти также на уровень директор. Благодаря им мы выходим, соответственно, на новое звание и получаем как результат все новые и новые премии. И, как вы можете посмотреть, закрывая уровень золотого директора, то первое условие, которое мы сейчас с вами будем рассматривать, вот золотой директор, премия $2000, вы получаете премию $1000 за уровень директора, где у нас здесь, вот уровень золотого директора, вы получаете 2000 за золотого директора, 1500 за старшего директора и $1000 за директора, то есть вы закрываете автоматически три звания, соответственно, получаете
2 плюс 1,5 и плюс 1000 – 4,5 тысячи рублей, долларов. Помимо, конечно же, квалификации, оконченной квалификации на банкет директоров и на золотую конференцию 2017 года. Итак, что нам нужно для того, чтобы закрыть звание золотого директора? Как я уже и сказал, нам нужно помогать нашим партнерам выйти на уровень 22%. И на уровне золотого директора нам нужно помочь всего лишь двум людям выйти на уровень 22%. То есть, как вы видите сейчас на схеме, на картинке, под вами должно быть как минимум два человека на уровне 22%. Вы в данном случае открываете звание золотого директора. Необходимо этим людям показывать результат 22% на протяжении 8 каталогов из 17. То есть, как только ваш партнер выходит на уровень 22%, он не становится сразу директором, он становится старшим менеджером 22%. Ему необходимо 8 каталогов подтвердить данный уровень, и тогда ему присваивается звание директора. Соответственно, и вам также необходимо 8 каталогов, не без разницы, подряд или с промежутками, то есть 8 каталогов из 17, 17 каталогов это год, у вас должно быть в команде две группы. Вот как мы видим сейчас идеальный вариант на схеме, когда у нас последние 8 каталогов имеются две группы. Соответственно, ваши партнеры закрывают уровень звания директора, а вы закрываете звание золотого директора. И вы квалифицируетесь на золотую конференцию 2017 года. Поэтому обратите внимание, именно в 17-м каталоге у нас последняя возможность для того, чтобы открыть звание золотого директора. В 14-м каталоге. Сейчас телефон отключу, чтобы не мешал. Продолжаем. То есть вы сейчас, находясь в каталоге номер 5, до 14 у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть за 10 каталогов вам необходимо помочь вашим двум партнерам выйти на уровень 22%. За 10 каталогов. Как вы помните, буквально в выходные мы скидывали поздравительную открытку как семейство Шамхаевых, не помню из чьей команды, за 10 месяцев открыли уровень звания сапфирового директора. То есть результат в два раза больше показали за 10 месяцев. В данном случае за 10 месяцев нам нужно золото открыть. До 14 каталога нужно открыть две группы. По данному факту все понятно? Вопросы, если у кого какие возникают, сразу пишите. Важно сейчас разобраться во всех условиях для того, чтобы начать действовать. Хорошо, двигаемся дальше. Как я уже сказал, вы можете не только подряд 8 раз сделать, нам помочь вашим партнерам достигнуть уровня 22%, но и с промежутками. То есть, вот как вы видите на второй схеме, на второй табличке, у вас на протяжении 17 каталогов, в каких-то каталогах открываются вот первый каталог, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой. То есть на протяжении года у вас должно быть 8 каталогов с двумя 22% группами. Как мы видим на табличке, где в каких-то каталогах у нас группы просели, допустим, или не отсоединились. То есть теоретически такой вариант возможен, и мы даже в таком случае закрываем уровень звания золотого директора и квалифицируемся на золотую конференцию. Все понятно, надеюсь. Хорошо, двигаемся дальше. И рассмотрим теперь второй вариант, как набрать 25 штук 22% групп. То есть 25 22% групп. Что это такое? Даже не то, что не закрыв уровень золотого директора, даже будучи старшим менеджером 22%,
вы имеете возможность квалифицироваться и успешно пройти все условия на золотую конференцию 2017 года, даже старшим менеджером 22%. Что для этого нужно? Для этого нужно уже еще большему количеству людей помочь выйти на уровень 22%. Допустим, давайте посмотрим вот такую табличку. У нас в 15-м каталоге, то есть уже через 11 каталогов, мы открываем уровень сапфирового директора. То есть четверым людям помогаем выйти на уровень 22%. Данные люди у нас 7 каталогов подряд держат уровень 22%. Соответственно, у нас суммарно получается 4 на 7, 28-22% групп. В данном случае мы выполняем условия, набрали больше, чем 25 групп, соответственно, квалифицируемся на золотую конференцию. И опять повторяю, здесь мы даже не успеваем ни одного звания закрыть. То есть мы находимся в открытом звании сапфирового директора, но действующее звание, действующий уровень, старший менеджер 22%. Давайте рассмотрим следующий вариант. То есть здесь вариантов очень много, как набрать 22% групп 25 штук. Да, вот оно как. Следующий вариант. Мы помогаем 5 людям выйти на уровень 22%. То есть уже через 12 каталогов мы открываем также уровень сапфирового директора и помогаем выйти нашим людям на 22%. Соответственно, 5 человек на протяжении 6 каталогов дают нам 30. Здесь даже можно было поставить на протяжении 5 каталогов. Давайте вот так вот здесь зачеркнем, не будем смотреть. То есть 5 каталогов и 5 партнеров суммарно дают нам 25, ровно 25 штук 22% групп. Соответственно, мы выполняем условия для золотой конференции. И опять мы здесь выполняем все условия, будучи старшим менеджером 22% и в открытом звании сапфирового директора. Какие еще варианты есть? Есть еще, конечно же, интереснее. Уже так, а где этот уровень у нас? Наверное, не показал. Давайте здесь сейчас нарисую. То есть мы открываем уровень бриллиантового директора. То есть у нас в каждом каталоге должно открываться по 6 22% групп. То есть 6 людям мы должны помочь выйти на уровень старшего менеджера, на уровень директора. 6 людей, соответственно, нам 5 каталогов нужно. То есть 4 с небольшим. Какой у нас? Первый, второй, третий, четвертый и пятый. То есть 5 каталогов в открытом звании бриллиантового директора дают вам 30 22% групп. Соответственно, вы тоже выполняете условия на золотую конференцию. Еще один очень интересный факт. Конечно же, путешествовать всем хочется вместе с близкими людьми, вместе с детьми, с мужьями, может кто-то с родителями. И компания идет нам навстречу и позволяет нам выполнить условия для того, чтобы полететь, поплыть вместе со спутником совершенно бесплатно. Для этого нам нужно набрать больше 25-22% групп. То есть за каждую группу свыше 25% вы получаете скидку 4% на билет для спутника. И давайте вернемся к нашим таблицам, которые мы сейчас с вами только что разобрали. Допустим, открытое звание сапфирового директора. Здесь мы видим с вами 4 человека на протяжении 7 каталогов. То есть суммарно 28-22% групп. Все, что свыше 25 групп, то есть 3 группы, дают нам скидку 4% за каждую группу. Итого 12% скидка на второго спутника предоставляется нам при выполнении вот таких вот условий. Давайте посмотрим следующий вариант, который мы также с вами рассматривали. Допустим, вы открыли звание бриллиантового директора на протяжении 5 каталогов. То есть
вы набрали 30 22% групп. Все, что свыше 25, 5 групп, дают нам скидку 4%. 5 групп на 4 умножаем, итого 20% скидка при выполнении вот таких вот условий, как вы видите на табличке. И давайте посмотрим идеальный вариант, когда у нас наш спутник летит совершенно бесплатно. То есть для этого необходимо набрать 50 групп на протяжении периода квалификации. То есть за год набрать 50 групп. И тогда вы получаете две путевки на золотую конференцию совершенно бесплатно. Одну вы зарабатываете, закрыв звание золотой директор и набрав 25 групп. Вторую вы зарабатываете, набрав 20, дополнительно 25 групп. 25 групп умножаем на 4, 4% скидка за каждую группу. Итого 100% скидка. То есть ваш партнер, ваш супруг, ваш ребенок, кто-то из родителей полетят, поплывут с вами совершенно бесплатно. И смогут увидеть этот размах компании Oriflame, торжество и, конечно же, загореться идеей работать вместе, развивать свой семейный бизнес. Итак, теперь давайте посмотрим на табличке, как же нам выполнить 50 групп для того, чтобы поехать со спутником. Для этого нужно набрать нам 50 групп. То есть у нас имеется 17 каталогов. Идеальный вариант, то что в каждом каталоге у нас открывается по 3 группы. То есть 17 умножаем на 3, итого 51 группа у нас за год может набраться. 51 22% группа. Соответственно, дают нам скидку 100% на нашего спутника. Ситуация может быть, конечно же, и другая. Допустим, в пятом каталоге у вас никого не было, партнеров, вышедших на уровень старшего менеджера 22%. В шестом – один, в седьмом – два, в восьмом – три и так далее. Но, соответственно, эти группы, которые вы не добрали в пятом, в шестом каталоге, то есть в начале, вы должны, допустим, в первом, втором, третьем и так далее, то есть к окончанию вы должны их прирастить. То есть можно начать также с уровня директора, а закончить уже в открытом звании сапфирового директора. То есть ситуации также могут быть разные. Важно, 50 групп набирается, получаете путевку на второго спутника совершенно бесплатно. В данном вопросе все понятно, ребята, девчата? Дайте обратную связь, напишите, все ли понятно. Потому что тема очень важная. От выполнения данных условий зависит ваше путешествие, даже наше совместное командное путешествие. И данное путешествие, поверьте, будет очень потрясающим. Наш лидер Лилия Донскова присутствовала на золотой конференции на юбилее 45-летия компании Oriflame в городе Стокгольме в Швеции. В следующем году будет еще круче, уже будет 50 лет, круглая дата, поэтому нужно постараться и выполнить все условия для квалификации. Друзья, я рад, что смог донести до вас информацию по условию выполнения квалификации. Также, как вариант, вот вы можете увидеть, как можно набрать свыше 50 групп, даже не с самого начала, как мы сейчас рассмотрели идеальный вариант, а, допустим, еще один идеальный вариант, когда вы с 13-го каталога открываете сразу бриллиантовый директор, уровень бриллиантового директора. Соответственно, вы за этот промежуток закрываете его. Сколько у нас каталогов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. На протяжении 9 каталогов у вас в команде отсоединяются 6 ваших партнеров, вышедших на уровень 22%. Соответственно, вы получаете 54 22% группы, которые дают вам, опять же, скидку 100% на путевку вашему спутнику. Вариантов, конечно же, здесь очень много. Можно даже начать, например, не с 5-го каталога, с 8-го, с 9-го, с 10-го. Можно даже в 11-м каталоге прийти в компанию и начать выполнять условия. Как показывает нам практика, можно выйти на уровень 22% всего лишь за один каталог, можно выйти на данный уровень за 4 каталога, а можно за 10 каталогов сразу сапфирового директора открыть.
Поэтому все зависит только от вас, от вашего настроя, от ваших действий. Соответственно, как поработаете, так и отдохнете. Друзья, спасибо большое за то, что пришли на данный семинар. Я рад, что смог донести до вас информацию о всех возможностях, как квалифицироваться на данную конференцию. Семинар, может быть, у нас и не такой длинный получился, но для меня важно было все доступно вам объяснить. Итак, приступаем к действиям, планируем свои действия, планируем уже к окончанию периода квалификации, то есть четвертому каталогу 2017 года, набрать или 25-22% групп у себя в команде суммарно, или закрыть звание золотого директора. Конечно же, закрыть звание золотого директора интересно. Вы получите кучу премий долларовых, вы квалифицируетесь еще и на банкет директоров, и выполняя данные условия, вы еще можете участвовать в программе с гаджетами, планшет, iPhone, ноутбук, участвовать в квалификации на Сочи. То есть вы сразу соберете все бонусы, подарки, путешествия от компании Oriflame. Я всегда на связи, всегда рад буду помочь для составления вашего плана, в каком каталоге, на каком уровне должны находиться вы, ваши партнеры, для того, чтобы выполнить данные условия. Обращайтесь ко мне в соцсетях, в скайпе, ну, звоните на телефон, то есть всеми возможными способами. По данному вопросу круглые сутки и днем, и ночью могу вам помочь, потому что, помогая вам, мы помогаем себе. От выполнения ваших условий, ваших действий зависит, конечно же, и наш бизнес. Еще раз спасибо, всем успехов, до встречи на ближайших мероприятиях компании Oriflame и, конечно же, в следующем году на золотой конференции. Всем пока!